Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках.
отныне живущих. Однако уроки этой войны мы не можем забыть. Более 27 миллионов загубленных жизней только на территории нашей страны. Поверьте мне, на территории государств эта цифра тоже немалая. И это то, о чем мы с вами должны помнить всю свою жизнь и всю жизнь будущих поколений. Помнить, чтобы эта беда, эта черная, кровавое месиво никогда не повторилось.